Август на АТВ ожидается жарким. Мы запускаем программы, мимо которых не стоит проходить. Пара ведущих путешествует по Бурятии. Это наш бессменный головар Владимир Банчиков и Мариам, она же Маня. Вы нам сейчас омуль подарили? Да, нет. Это не омуль? Нет, это не омуль. Омуль. Да нельзя его ловить, омуль. Скажи, что это какой-нибудь там хариус. То, что можно ловить. Это большая сорожка, Маня. Это большая просто она. Сорожка-мутант. Я никогда в жизни не ела омуль. И там очень раскрывается южная часть Байкала, потому что все туристы привыкли ездить в северную часть, да, там, в Максимиху, в Бургузин, а вот в Сухую, в Инхалук мало кто ездит. Ну, правда. Туда ездят, все думают, что там такой ленивый отдых, полежать на пляже. На самом деле там есть что посмотреть. Ну и, кстати, вообще всем нужно знать, что самое лучшее из армян – это Мариам Васканян. Кстати, про армян. У нас выходит передача «Караван дружбы». В ней мы рассказываем про диаспоры и национальности, которые есть в Бурятии. Ты что будешь пить? Коньяк армянский? Конечно. Десятилетние выдержки. С золотом. Много фактов, много песен. Есть армянские танцы, армянские песни. Очень живой будет выпуск, где-то минут на 40, наверное, мы сейчас монтируем. Так что всем обязательно смотреть. Правда ли, что для армян понты дороже денег? Ну, я не знаю, понты не понты, но, честно говоря, даже бедный армянин, если идет на свадьбу, он должен приличную сумму дать на подарок, но при этом может голодный сидеть неделю дома. Без хлеба. Нет, хлеб, соль точно будет дома, но при этом он будет довольно себя чувствовать, что я же. Вот. Мы познакомим вас не только с малоизвестными фактами про отдых на Байкале или особенностями армянского быта. Для тех, кто соскучился по развлечениям, а в особенности по цирку, мы подготовили выпуск про ПРО, где одна из наших Лер пыталась стать акробатом. Я немножко боюсь, но ладно. Да, я готова. Господь. Ой, как круто. Блин, голова кружится. И жонглёром. Балась. Сейчас, сейчас будет. Пальчики, смотрите, кисть работает. В общем, ждите, смотрите на АТВ.